Сегодня мы встречались с командой, которая представляет высшую лигу Словении, и это серьезный соперник для нас. Нам было сегодня непросто. Мы хорошо начали игру, забили быстрый мяч. После соперник так включился, можно сказать, да, и мы подсели, отдали мяч, много провели времени в обороне, но было несколько эпизодов, где мы могли лучше играть в быстрых атаках и точнее распоряжаться мячом. Второй тайм, начало второго тайма осталось полностью за соперником. Мы прижали к своим воротам, играли низко, играли слишком близко к своим воротам, позволяли сопернику наносить 2-3 очень опасных удара было по воротам. Но затем игру выровняли и с помощью замен ребята хорошо вышли. Мы забили второй мяч, повели. И хотелось бы, конечно, удержать победный счет, но не получилось. В целом ребята молодцы, проявили морально-волевые качества, проявили характер на протяжении всего матча, держали уровень единоборств, держали борьбу с соперником и, в общем-то, в этом плане они мужают и прогрессируют. Конечно, в плане игры нам нужно прибавлять, но это сборы и у нас еще все впереди. Мне кажется, в таких условиях гораздо лучше играть, нежели в жару, в которую мы тоже сталкивались здесь, играли. Поле было быстрое, и это более атакующий футбол можно показывать на быстром поле, нежели когда сухо и парит солнце. Для ребят, я думаю, что никаких проблем, они привыкли, и, в общем-то, никаких трудностей не возникло.